на вашу думку, чи не стане це таким тригером, або і чи не підштовхне російське військове керівництво до перемовин про обмін військовополонених? Зокрема, можливо, в нас така величезна кількість їх буде, що ми поставимо умову, щоб нарешті віддали і повернули з полону всіх оборонців Азовсталі? К сожалению, я не верю, что нам отдадут наших солдат, которые обороняли Азовсталь. Да. Потому что для России они какие-то преступники. И несмотря на обменный фонд, мы очень часто слышим, что обменный фонд им не ценен, да, россиянам. Да, кроме кадыровцев им никто не нужен. Они готовы пожертвовать своими людьми. Однако по поводу переговоров я хочу опять уже, да, мой профессиональный вопрос, что в переговорах по обмену пленными, еще раз хочу сказать, должны участвовать профессионалы, а не те, кто сейчас там участвует. Я не хочу ничего плохого сказать на этих людей. Они наверняка профессионалы в своей отрасли, однако они не знают, как вести переговоры, чтобы отделить политику от спасения жизни людей. А спасение жизни пленных надо отделить от политики. Надо действительно попытаться, несмотря на это, вести переговоры по обмену, давая, видимо, какую-то другую ценность россиянам, понять, что кроме обменного фонда, который у нас есть, им еще надо на определенном уровне, чтобы вытащить наших героев, наших солдат с плена. Кроме того, по переговорам я хотел бы заметить, что через несколько там дней или через неделю после начала военных действий переговоры начинались, да, переговоры начинались по остановке этой войны, да. Но это были не переговоры, потому что Путин и его приспешники декларировали требования. То есть это был ультиматум. Так вот я предлагаю сейчас, и я думаю, и президент наш Владимир Зеленский этого тоже придерживается, этой концепции, предложить Путину, но только не одному Путину, а всем нашим партнерам политическим и военным, и экономическим, это Европа и Америка, предложить такие переговоры, только уже на условиях наших, да, то есть возврат к границам 2014 года. Конечно же, Путин и его свора не согласятся на это. Однако ни у кого не будет потом претензий к нашему государству, что мы не после того, как мы начнем полностью, мы уже начали обескровливать российских военных, да, всю российскую армию.